Здравствуйте. Решил воспользоваться свободным временем и снять обзор на вот этот вот предмет. Это у нас брелок Пушдагер от российской мастерской Пират Кастом. Пожалуй, самая интересная деталь этого, условно говоря, ножа заключается в том, что он полностью изготовлен без использования металла. Здесь нет ни одного грамма металла ни на клинке, условно говоря, клинке, ни на ножнах. Клинок у нас выполнен из качественной G10. А почему качественный? Да потому что только качественная G10 способна пережить подобного рода сложную 3D-обработку. Да? Смотрите сами. Обратите внимание на качество углов. Выкрашивание здесь не наблюдается. При том, что все детали на самом деле довольно мелкие. Нож очень и очень небольшой. Он не случайно называется брелком. Он действительно небольшой по размерам. Да? Что касается ножен. Ножны выполнены по классике из кайдекса. Это настоящий кайдекс, причем довольно толстый кайдекс. Хорошо обработанный со всех краев. Но, пожалуй, самая интересная деталь этих ножен заключается в том, что для скрепления двух половинок кайдекса используются нитки. Хорошие нейлоновые нитки. В данном случае используются красные нитки, но, насколько понимаю, цвет может варьироваться. Ну и на ножнах имеется два отверстия для того, чтобы использовать этот пушдагер как нож-шейник. Сюда можно пропустить ниточку, и получается такой интересный амулет и шейный нож. Что касается основных технических характеристик этого предмета, то они примерно будут следующие. Почему примерно? Да потому что это у нас мастерская с большой долей ручного труда, и, соответственно, какие-то характеристики, возможно, будут меняться со временем. Тем не менее, в длину данный предмет составляет всего 8,8 сантиметра. 8,8 сантиметра. Чтобы быть более наглядным, вот здесь в кадр давайте поместим коробок спичек. Вот так они соотносятся по размерам. Опять-таки повторюсь, это брелок. И он соответствует нашему пониманию слова брелок. Он небольшой. Дальше, что касается по другим характеристикам, это, пожалуй, из наиболее важных будет вес. Сам нож, условно говоря, нож без ножен, весит 11 грамм. 11 грамм. В комплекте с ножнами он уже весит 18 грамм. 18 грамм. Но это на самом деле не полный комплект, потому что вам, скорее всего, придется комплектовать этот нож или каким-то заводным колечком, или шнурком, или цепочкой. Соответственно, прибавляйте к 18 граммам еще вес того, чем вы собираетесь доукомплектовать данный нож-брелок. Ну, соответственно, где-то в районе 20 грамм будет весить полностью комплект. И раз я уже коснулся темы комплекта, то давайте покажу, как этот нож поставлялся от производителя. В комплекте у нас имелся вот такой вот черный пакетик. Я бы даже сказал, стильный черный пакетик. Здесь указан производитель, название товара Пушдагер. Цвет черный, то есть, соответственно, существуют вариации цветовые. И материал кайдекс G10. Ну и, конечно, надпись сделана в России. Да? Ну, в принципе, обычный черный пакетик. Внутри была некоторая макулатура, фокус. Вот такая вот карточка, да, с логотипом и с данными производителя, точнее мастерской Пират Кастом. Наклейка. Этот черепок, насколько понимаю, является как раз логотипом мастерской. Ну, еще вот такая вот визитка с логотипом, с названием. И с ссылками. Да, 100% хендмейд. Лично мое мнение, что использовать этот нож для нарезки продуктов, это, конечно, бред. Абсолютный бред.
Но, скорее всего, появятся люди, которые спросят, а как этот нож вообще режет, и режет ли он в принципе. Поэтому давайте попробуем. Резать на камеру буду в первый раз. Я, в принципе, до этого не нарезал этим ножом ничего из продуктов. Даже самому интересно. Блин, даже не знаю, что сказать. Нет, он режет, причем такой очень злой рез. Но, послушайте. Я думаю, слышно, да? Огурец хрустит, аж с хрустом расслаивается. Так, ну давайте посмотрим, а вообще он режет или ломает? Фокус. Я даже не знаю. Он одновременно и режет, и ломает, и кромсает. Но что самое удивительное... Так, я вот этой плоскостью пробовал. Давайте теперь другой попробую. Ага, уводит очень сильно в сторону. Но резать Но зато резать стало гораздо проще. Блин, подождите. Народ, прикольно, но если приноровиться... Если приноровиться, да, то он начинает резать, ну, буквально не знаю. Чем-то это, скорее всего, будет напоминать рез якутского ножа, да, с односторонней линзой. Ну, это очень интересно, это очень интересно. И неожиданно. Ну, сказать, что это удобный инструмент для нарезки продуктов, я, к сожалению, не могу. Но он режет. Вообще, вообще удивил. Он режет. Блин, не ожидал. Ну и вместо заключения несколько слов о том, для чего я купил этот брелок. Нет, этот брелок приобретен совершенно не для самооборонных целей. А использовать его в качестве самообороны я не собираюсь и другим не рекомендую. Почему? Ну, потому что могут быть проблемы с законом, скажем честно. Я этот брелок прикупил исключительно как оригинальный подарок хорошему человеку. Именно так, как оригинальный подарок хорошему человеку. Ну а чтобы подарок был более запоминающимся и более, скажем так, более интересным, я его дополнил еще двумя небольшими ништяками. Ну, во-первых, это крепление на шею. Кстати говоря, это не просто шнурок, это у нас микрокорд от российского же производителя, компания Корд. По-моему, она еще работает, но это не точно. А еще одно дополнение, это вот такая вот забавная бусина. Эта бусина не что иное, как подвеска с окаменевшим зубом древней акулы. В свое время была прикуплена у меня целая партия подобных ништяков на eBay. Ну и по моему мнению, это очень прикольная бусина. Да? Смотрите сами. И хорошо дополняет, кстати говоря, сам брелок. Ну, на это, пожалуй, все. Я искренне надеюсь, что человеку, которому этот подарок достанется, он понравится. А если у вас есть какие-то вопросы по этому предмету, ну, задавайте, хотя какие могут быть здесь вопросы, даже не знаю. А ссылки на мастерскую будут под видео. Это не реклама, просто для справки. И пока-пока.